Это 70-летний депутат Сергей Миронов. Вот он со своей новой, уже пятой по счету женой. Зовут ее Инна Варламова, она тоже работает в Госдуме. Вместе с Мироновым они удочерили украинскую девочку и полностью поменяли ей личность. Летом 22 года Варламова приехала в оккупированный россиянами Херсон и по доверенности вывезла из местного детдома двух малолетних детей – Илью и Маргариту. Через неделю Минсоцразвитие Московской области запросило в Херсоне данные похищенных детей, тем самым подтвердив, что Илья и Маргарита находятся в России. Очень хорошо, что вы вернули звание героине. В декабре 22 года Миронов и Варламова удочерили вывезенную из Херсона девочку. В России Прокопенко Маргарита Михайловна стала Мироновой Мариной Сергеевной, а место ее рождения сменили на подмосковный Подольск. С точки зрения международного права, усыновление депортированных украинских детей россиянами может считаться геноцидом. Полное расследование читайте на сайте важных историй.